Уже к концу этого года в микрорайоне Гусарская Баллада откроется новый детский сад на 400 малышей. А 1 сентября следующего года школа на 2200 учащихся. Строительство объектов идет в согласованном графике с опережением изначальных сроков. Ход работ контролирует администрация округа и лично глава муниципалитета. У нас здесь около 170 человек, да, на объекте, на школе. 164 человека. 160. И сколько единиц? Три башенных крана все в работе и с учетом самосвода 11 единиц техники. Ну, достаточно, собственно, необходимое количество, все нужно просто работать. Подрядчики уже возвели два этажа будущей школы, столько же и в детском саду. Приступили к третьему. Параллельно идет поиск альтернативных вариантов для попавших под санкции импортных отделочных материалов и инженерного оборудования. Их планируется приобрести у российских или китайских производителей. Все остальные материалы имеются. Подрядчик подтвердил, что все материалы закуплены. Вопрос, как и у всех, кто сейчас строит социальные объекты, индексации, потому что стоимость по многим материалам приподнялась. Ну, мы откорректируем бюджет, соответственно, дополнительные деньги, и мы, Московская область, подрядчику заплатим. В округе продолжается строительство и других социальных объектов. К концу года планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 330 мест в Кубинке. Вскоре будет получено разрешение на строительство дошкольного учреждения в Новой Трехгорке. В целом до 2024 года мы должны построить 8 школ и 4 детских сада. Все идет в соответствии с графиком, никаких сбоев, срывов нет. Постоянно держим руку на пульсе и контролируем процесс строительства. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».